9 августа в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. На торги выставлено 7 лотов. Два из них предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Стартовая цена участков в Романовичах и на улице Ясной в Гомеле около 6 тысяч рублей. В парке Луначарского в зоне отдыха на левом берегу реки Сож нужно построить платный пляж. Стартовая цена участка более 2700 рублей. Участок в 19-м микрорайоне предназначен для строительства и обслуживания банно-оздоровительного комплекса. Начальная стоимость лота почти 77 тысяч рублей. В 18-м микрорайоне предлагается построить многофункциональный торговый центр с паркингом на 300 машиномест для жителей микрорайона. Стартовая цена почти 150 тысяч рублей. На Нижнебрилевской улице можно разместить легкотипный торговый павильон или павильон бытового обслуживания населения. Стартовая стоимость лота немногим более 1300 рублей. На Объездной улице можно построить и обслуживать объект производственного назначения. Начальная цена приблизительно 87 тысяч рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодес-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодес-центре по номеру 419786. We'll be right back.